Это много. Это очень много даже для нашей продвинутой системы ПВО. Поэтому опасность очень большая. Я как раз вижу, что если будет поражение, то оно приведет нас к катастрофическим последствиям. И этим насытить мухобойками весь передний край, потому что засилие беспилотников сегодня довольно-таки серьезное. И оно уже будет увеличиваться, оно меньше-то не станет по-любому. Друзья, всем привет! Начинается в Нью-Йорке Генассамблея ООН. Туда полетел Зеленский, а также сегодня Рамштайн. Встреча министров обороны, наших союзников, важная встреча. Для нас ключевой вопрос сейчас ATACMS, баллистические тактические ракеты американские дальностью до 300 километров для хаймарсов. В общем, очень важная неделя начинается. Ну и наша задача помогать нашим сбройным силам. А я вам сейчас расскажу, что у нас там слышно на фронте, какие последние новости. И с какими картами мы идем на Генассамблею ООН и на Рамштайн. Друзья, не забудьте подписаться на канал, прямо под описанием к видео кнопка, нажмите на нее, пожалуйста. Рядом кнопка лайк, палец вверх. Также не забывайте комментировать, делиться этим видео, это все очень важно для продвижения. Итак, начинаем, друзья. И у нас действительно очень важная будет неделя. И для поддержки нашей дипломатии важны результаты и на поле боя. У нас хорошие новости из-под Бахмута. Освобожденная Андреевка, Клещеевка. На очереди, надеюсь, Курдюмовка. Посмотрим, но там тоже идет достаточно позитивная, развивается ситуация. Наша задача, конечно же, усиливать давление. И вот вчера прилетела по центру Донецка, по администрации Пениса Душилина. Посмотрите, как дым, валит дым. Охренеть, прилеты. Прямо сейчас. А что мне делать? Жесть, что творится. Донецк, центр. Да как тебе сказать, посмотри. В общем, прилетело нормально, и сам Пенис Душилин прокомментировал как-то нервно, и как-то так, такое ощущение, что он комментирует и бежит обычно так многословно, что рассказывает, а тут такой очень краткий, и говорит, жертв нет, нет, и убегает куда-то, посмотрите. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших, раненых, по предварительной информации, нет. Но как они рассказывают про жертв нет, тут как раз всплыла история еще июльская. Тогда, если помните, в июле в Красногвардейском был там на полигоне уничтожен их там состав, тоже прилетело, тоже горело знатно, посмотрите. Бомбануло. Смотри, как он вылетел. Это откуда? Это не ряба? Я же говорю, это ряба. Там же сколько людей, пап? Ну и тогда они рассказывали, что жертв нет, серьезных разрушений нет, ничего нет. А сейчас массово появляются объявления в соцсетях, разыскиваются их военнослужащие, которые на этом полигоне служили, а теперь пропали без вести. Ну и прямо пишут, наверное, погибли, это был еще июль месяц, и до сих пор их ищут, можете себе представить. Посмотрите скриншоты, но вот также у них нет жертв и по оккупационной администрации Донецка. И это важно, нужно усиливать давление. Появились фото подлодки, которую наши накрыли на Севастопольском морском заводе вместе с большим десантным кораблем. И вот сейчас Минск, а теперь вот и подлодка дизельно-электрическая. Но как вы можете увидеть из фотографий, ей уже ракетами не плеваться, да и в воду ей можно спуститься только так, в один конец. Конкретные две дыры в корпусе, и уже Минобороны России, которая тоже рассказывала, что сначала вообще ничего не повреждено, потом один корабль, говорит, ну да, два корабля повреждены, ну все восстановим, ну посмотрим. В общем, это тоже, друзья, важная новость. Ну и в преддверии Рамштайна у российской пропаганды нервы. Они начали говорить о том, что предоставление Украине крылатых ракет, баллистических ракет, тактических ракет, Таурус немецкий, в дополнение к британским Storm Shadow и французским Скальп, ну что одно и то же, Скальп и Storm Shadow имеется в виду, и плюс американские ATACMS, говорят 300-400 ракет, говорят, даже для нашего продвинутого ПВО это слишком, но какое у вас продвинутое ПВО, мы уже все заметили, дырявое, посмотрите.
Что нас ждет, когда начнется дождь? А война перейдет в воздух. То есть это будет война крылатых ракет, потому что запасы, которые существуют у Британии, у Франции, у Германии, объединенные, я так думаю, что они передадут суммарно не менее 300-400 ракет. Это много. Это очень много даже для нашей продвинутой системы ПВО. Поэтому опасность очень большая. Как вот на этом месте со всеми данными Юрий Альбертович Кнутов рассказывал, большой специалист в этой области. Он очень подробно описал, насколько опасно это вооружение. Видите, настроение не очень. И Гурулев выходит, этот бочонок, генерал и депутат Госдуры, говорит, кинжалов, нам мало кинжалов, паритет нам не подходит, больше кинжалов, чтобы у нас их было, как у собаки, блох. Но у тебя блох точно много. Вряд ли у вас будет столько кинжалов. Посмотрите. Американцы вопят, что кинжалы есть, но их немного. Значит, у нас этих кинжалов должно быть, как у собаки, блох, честно говоря. Для того, чтобы никому мысли не было близко подойти. Причем слово «паритет» надо отбросить. По той простой причине, что это слово «период разрядки». У нас сегодня период войны. У нас должно быть преимущество в этом оружии. У нас должно быть четкое преимущество и понимание, как его применять, чтобы никаких мыслей странам НАТО вступить в прямой конфликт с Российской Федерацией даже близко не было. Это... Ну и дальше призывает, говорит, дайте нам мухобойки хотя бы на фронт, значит, для, против беспилотников. Ладно, ракеты, хоть мухобойки дайте. Послушайте. Что у нас ракеты сзади стоят, а сегодня нужны элементарные, я извиняюсь, слово такое у нас в военных есть, мухобойки. У нас были спаренные на СВТ, спаренные с четырёной КПВТ, там пулеметы Калашникова спаренные специальные. К ним нужно что? Нормальные способы доведения по этому делу. И этим насытить мухобойками весь передний край, потому что засилие беспилотников сегодня довольно серьезно. И оно уже будет увеличиваться, оно меньше-то не станет по-любому. Похоже, даже с мухобойками у них проблемы. Ну, а итог подводит такой, у них есть пропагандист Карен Шахназаров, тот говорит, проигрыш будет конец, смерть России. Господи, поскорее бы, посмотрите. Я как раз вижу, что если будет поражение, то оно приведет нас катастрофическим последствиям. То есть это не будет. У многих ощущение, что это, ну ладно, там, даже мы проиграем, ну как бы там перемирие, и ладно, там как бы все будет по-старому, и так сказать, это нет, это иллюзии здесь не надо испытывать. Это вот, на мой взгляд, это будет для нас... Смерти. Да. Друзья, вот такие новости, с ними входим в эту неделю, которая будет очень важной. Буду информировать вас о том, что происходит, но мы с вами держим строй. И не забываем, что мы продолжаем сбор на антидроновое ружье и автомобили для Збройных сил Украины. Присоединяйтесь к этому сбору, маленьких донатов не бывает. Наша задача — поддержать ЗСУ. Держим строй.